Вот смотрите, вот наша жизнь, условно. Это такой хороший кроссовок Nike. И вот мы ходим по земле, да, то есть кто-то хочет след оставить на земле, кто-то наследить хочет. Ну, в общем, мы ходим по жизни. И вот Слово Божие говорит, что Дух Святой, Он наш утешитель. То есть слово параклетос, пара, рядом, близко. Дух Святой, Он, зная, как мы устроены, Иисус послал нам утешителя, Он хочет, чтобы Он был с нами. Мы не хотим сотрудничать с Духом Святым. Мы не хотим с Ним общаться. Ну, как бы, а зачем, да? И знаете, вместо того, чтобы пригласить Духа Святого в хождение наше по земле, наш помощник, наша подружка, нам надо что-то узнать, мы ей звоним. Алло, алло, привет, слушай, подскажи мне, пожалуйста, вот этот новый парень у нас в церкви, как ты думаешь, подойдет мне или нет? Буду я с ним счастлива или нет? И вот эта подружка, которая завидует тебе, да, потому что она тоже на него глаз положила прошлое воскресенье, она начинает просто тебе как бы со своей колокольни говорить то, как она понимает. Многие люди вот так годами идут по жизни, вот их жизнь, а вот подружка, и вот идут. Они идут в одном каблуке вот так, одна нога вот в этом. И знаете, и хромают вот так, и падают, и спотыкаются. Многие люди от них держатся на дистанции. Почему? Ну, потому что вместо Духа Святого, который как бы дополнит тебя, будет рядом с тобой, у тебя подружка, спортивные друзья твои, тренер, который да, тебе советует, как поступать в жизни, так любишь своих детей, что для тебя очень важно, чтобы только вот у них было все хорошо. Это может быть все, что угодно, но только не то, что тебе подойдет по твоему размеру. Когда человек младенец духовный, он не может понять, Дух Святой или это подружка, мои эмоции, просто какие-то тренды, которые на меня влияют. А нам так необходимо, чтобы рядом с нами по жизни был нужный помощник. Когда ты идешь в одинаковой обуви, тебе комфортно, люди ну, видят, что с тобой все хорошо. И ты не натираешь, ты не спотыкаешься. Все, ты идешь по жизни. Да, есть трудности, да, есть препятствия на пути, да, есть какие-то капканы. И мы с вами игнорируем Дух Святой, который на этой земле. Иисус сказал, говорит, Он утешитель ваш. Он в самых сложных ситуациях будет вам помогать. Общайтесь с Ним, спрашивайте у Него совет, ходите с Ним, будьте с Ним на одной волне. Не уходите далеко от Духа Святого. И в этом ты царстве, и в этом. Дух Святой тебя тянет в церковь, а ты в воскресенье где-то на природу. Дух Святой говорит, пошли на молитву, а ты, да нет, поехали куда-то на карьер. И постоянно, знаете, вот как бы у тебя борьба. Не борись с Духом Святым, подчинись. Если Дух Святой ведет тебя, делает шаг, подтягивайся к Нему, не отдаляйся. Если Он говорит, слушай, вот сюда я тебя веду, подтянись. Параклетос, рядом и звать, он рядом и зовет.